Жители деревни рассказали правду о Пугачевой и Галкине. Супружеская чета Аллы Пугачевой и Максима Галкина вот уже несколько лет проживает в деревне Грязи Одинцовского района Подмосковья. Максим построил там замок своей мечты и поселился в нем вместе со всем своим семейством. Почти каждую неделю звездную семью навещают друзья и родственники. А летом все вместе жарят барбекю и запускают фейерверки, которые стали достопримечательностью всей деревни. Регулярно в деревне Грязь проводятся свои сельские собрания, на которые ходят и Галкин с Пугачевой. Вот что рассказала местная жительница Мария. Алла Борисовна бывает на сельских собраниях, а недавно на одном из них пообещала, что теперь у нас будет свой пляж с песком и водными горками. Берег у пруда зарос, но ни разу не чистили. Вся надежда на нашу Аллу. Тут особо некуда ходить, даже летом. Поэтому мы ждем этого как праздника. Инфраструктура в деревне не очень развита. Здесь даже нет ни одного продуктового магазина, и пожилым людям приходится туго. Но добрая Пугачева и здесь не оставляет односельчан и помогает как может. К примеру, она регулярно передает пакет с продуктами 70-летнему Владимиру Андреевичу, который с трудом передвигается и до автобусной остановки дойти не может. В восторге односельчане и от детей пары. Они нахваливают вежливых и дружелюбных Лизу и Гарри, которые дружат с сельскими ребятами, делятся своими игрушками и дают покататься им на своих велосипедах. У нас молодежи гулять негде. Вот и любили они тут на площадке пивко попить вечерами. Так Алла Борисовна установила камеру наблюдения. Все теперь под охраной. Мы даже игрушки тут оставляем. А чистота какая, рассказывает жительница деревни Грязи Алена. На новогодние праздники Алла и Максим ежегодно приглашают для местной детворы Деда Мороза и Снегурочку, которые щедро одаривают их подарками. Жители деревни не нарадуются своим знаменитым соседям и желают их семейству здоровья и благополучия.